В любой армии мира на первом месте стоит дисциплина и подчинение высшему начальству. В принципе, на этом и строится воинский устав, который военно обязанные должны соблюдать. Но это непреклонное правило соблюдается лишь в маломощных вооруженных сил. К примеру, в США, России, Израиле и другие. А вот в самой могущественной армии мира, то есть в Армении, дела обстоят иначе. Она настолько могущественна, что беспредел в рядах вооруженных сил Армении считается нормой, а дезертирство – подвигом. Очередной нормой вооруженных сил Армении столкнулись на днях. Так, 22 августа около 21 часа ровно старший лейтенант одной из частей Минобороны Армении Артур Борисович Давидян без разрешения вышестоящего командования покинул место постоянной дислокации. Как передают армянские СМИ, спустя некоторое время после этого связь с ним была утеряна. По предварительной информации, старший лейтенант Давидян заблудился в условиях плохой видимости и оказался на азербайджанской стороне. Немедленно были начаты поисково-спасательные операции. Предпринимаются шаги при посредничестве российской стороны для подтверждения присутствия военнослужащего на азербайджанской стороне, говорится в заявлении Министерства обороны Армении. Конгениально. Мало того, что офицер без разрешения покинул место дислокации, так он еще и заблудился. Ну, заблудился, так заблудился. Так ведь он оказался на азербайджанской стороне. Это что-то из сатиры и юмора. Но и это еще не все. Армяне просят российских военнослужащих подтвердить, Давидян в Азербайджане или нет. Что и говорить, это великая Армения, с великими офицерами, которые не могут сориентироваться на месте, и просят помощи у русских. История повторяется даже в локальном масштабе. Вот и все. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!